Нет решения без асимметрии. Когда живой попадает в мир мертвых, в 30-е царство, то ему нельзя есть еду мертвых или местных, если он там, конечно, не планирует остаться. Иммиграцию даже такого порядка пока еще никто не запрещал. Но вот при этом, если из мира мертвых весь такой в злате придет кто-то в наш мир, то он может спокойно есть пищу живых и даже не рискует остаться тут, если не захочет. Выходит, быть живым значит рисковать по собственному решению. Не помню ни одного случая принятия решения без асимметрии. Всегда есть перевес на ту или иную сторону. Но я, признаюсь честно, я до сих пор считаю интуитивно, что красивые яблоки слаще. И почти всегда ем кислые. Думаю, я принципиально рискую. Быть царевной вообще опасно. Зато шуба всегда первоклассная.